542 проекта представлены на российском венчурном форуме в Казани. Он сегодня открылся в столице. Как отметил руководитель инвестиционного венчурного фонда республики, за последние 10 лет мероприятие переросло в международный форум. 4 ноября на воссоздаваемом соборе Казанской иконы Божьей Матери появится позолота, кресты и иконостас. Чуть больше года до полной росписи и церковного убранства. Восстановлено уже 40% наружных икон. МЧС России по Татарстану на время чемпионата мира по футболу запретило судам передвигаться по Казанке. Это касается маломерных, парусных, прогулочных и спортивных судов. Запрет не распространяется на те, что задействованы в подготовке к чемпионату.